Всем привет. 4:30 утра, солнце уже встает, а я пью кофе и еду на рыбалку. Смотрите видео, не переключайтесь. Так, приехали уже на заливчик и топаем искать место, потому что машин уже штук 10 стоит. Я в прошлый раз кушал. Так, ну вроде нормально. Что? Первый подход. Кто ловит, блядь? Выкидывать еще несколько, я уже показывал, да? Наставник рыб. Да, что ты этим и занимаешься. Да не, там легкая. Сюда еще будешь удочку перекинуть? Ну да, еще. Да, посмотри, посмотри. Чего? Что мы делаем? Да поплавок весь сухой в сторону. Так я не на поплавке беру. А, да за тонко вам да. А, давай. Я краску пробовал, но... Я показал, что у нас не долго. Да, тянет. Если недалеко, то на них как раз нормально. А где пара? Вот. Я только короче хожу, заражаю. Да, пар такой, что я забыл. Ну надо вот так вот заключать, чтобы он часов за жопу цепляется. Ты пока его не пылялся, да? Да. Да, да. Вот так будет поинтереснее. А вот ту можешь потом разобрать, если выйдешь. Блять, он далеко упал. Какой? Опять. Да, поклевка, бери. Да. Ну, легонько, короче. Валик, поднимайся сам за ним. Да найду сейчас. Да он, блядь, вот лежит в воде. Тебе уже, блядь, ноги пробовать. Или уложи какую-то доску. Нет, что-то сильно. Это, ну, моя проба. Давай, 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 вместе, вместе. А кто из вас там? Не знаю. А, это моя.
я вроде интересовал, Первый карасик на сегодня уже есть. Давай. Тебе это будет нравиться? Он делает чувствительный, да? Да. Все? Будешь такой, как водивола брать? Есть карась. О, красавчик. Есть, да? Да. Это радует. Первый? Второй. А, я под чином. Первый был чуть больше. Попробуем убийцу карася. Сейчас тоже подготовлю. И поменяю. Убийца карася готов. Сейчас поменяем. Есть.
сейчас поменяем снасть. Попробуем убить дерево. А пока ждем, смотри, смотри, что творит. Рука закинул. 30 секунд прошло. Нужно поклевать. Интересно, интересно. Это подергало, подергало вот этот. Замолчал. Мне показалось, что по основном не открыли. А может он просто поступился и сидит? Такое может быть, да? Да. О, вот. Смотри. Да, это купи себе этот, конструкции этот, то есть на этом месте не очень. Ого. Есть и это колокольчик на стенке. Что-то есть дерево. На стенке подкрутит, он как все видит, наверное, во всем ветере. Сразу на берег вот. Отходи назад. А я там водорослужный. А давай вот это, пожалуйста. Оп. Вот это хорошо. Вот это вообще. О, я молодец. Все, вот это лапать. А что, он раненый там, да? Да, походу. Моща! Подбитый был. А ну иди, я тебя хоть в ладошку возьму. О, да, покоцанный трос. Да? На два крючка. Ого, жадина. А у меня... А, так его он подбит, чем там был. Ух, ух. Там, может, цепанулся за крючок только что. Потому что, ну, кровь как бы свежая, походу, или... Может, как раз этот царапнулся. О! Який красный. Погнали. А, так он снимает, если ну, да. Я говорю, у нас тут все по-серьезному. Берегись! Да, ну, горет, блядь. Тепловоз летит. Ой, подожди, тут надо это подкладывать. Там ты сейчас, блядь, кусты с собой потянешь, эти все а наши он вещи, сейчас, блядь. Бананку. Кофе будет? Ну? Сейчас поеду. Опасный парень закинет. Да ну, ладно, тут позиция. Все по-серьезному. Я помню, что не утянем. Мы там мотором.
А я сижу, ебать, слышно поздель, на каждый клёв отмазывает. Валика слышно понятно дело. Дядя Валик, делаешь лишь? Да. Вот это не спада не обложил. Смотри, подтягивай. Оп, он завалов стреляет. Смотри, завалов. Да. Я вовремя уже не расстрою. Я думаю, что сейчас отпечатал. Вот он играл. А может, он оторвался плечу? Нет. Ну, смотри, же не бывает, что карась падает. Вот он уже вроде как ушел и под цаку. Так я почему подвернул, ты же видишь? Смотри, какой ему облом. Он выкупает, что он уже свалил. И упасть под цаку. Видишь, а так делать такие чудеса, а так мы будем минус один. Макс смотрит на Сидора, подхожу, мне Сидор такой хренью так вот вниз на полшестого. С этой хренью боюсь. Макс, смотри, гарантирую. О, будем, Макс, не тяжело. 7, да? Да. Поэтому пацаны, смотри, делай чудеса. Ой-ой-ой. Вот, иди, Димаш. Вот это лапочка, а? Ну смотри, мы растем в объемах, ёпрасоте. Время прошло, подрос. А? Прям радуешь меня сегодня, рыбёха, а? Да ну посмотри, какой, блин, малыш, а? У-у-у. Прекрасный денек. О, клет, 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 клет. А, блин, сюда. Ой, у меня, глядь. Куда было? Что бросить? Я тебе не сказал бросать сюда. Я побежал за подсадкой. Я побежал за подсадкой. Вот это вот. Я вижу. Жалко, что не видишь. Плюет там. На них не очень-то сегодня плюет больше на пар. Да, сегодня так казаться на красного вчера были. Поэтому крупного карася. Да, ну не надо капку. Может этого запаха капли. Про эти прокрасы. Опа!
Копачка, копачка. Он же только если нормально, он то оставляет. Ну, пойдем. Сегодня они меня выбрали. Хорошенький тоже. Пойдет. О, хорошенький. Руки разбирай. Что, Валик, сегодня полный фоток не берет? О, ты шо, мне в кайф. Есть малышка. Руками карася словил. Ну это выше. Высший пилотаж, ё. Или это красноперка? Не, маленький карась. А, не, красноперка. Или карась? Красноперка. Красный, сверху красный. Покажи. Красноперка, это не карась. Платва, платва вообще. Ну руками, шо? Это у нас сковородка в руке ничего. Будет самое вкусное. Да. А вот это нефиг дразнить под берегом. Удочка поплавок, а? Суровые мужики рыбу ловят руками. А ну покажи. Сегодня Денис плавил первого карасика. Хороший. А у меня пока мест тишина. Все, все. Колокольчики не звенят. О, о, 33, железяка зазвенела. Странно. Походу она... Оляк, говорю, а поклевка была.
так потихоньку вот так крутится. Она болтается, да. Разворачивается домой, надо что-то сделать, надо что-то решить. Грузи подпал, поплавок отпал. И к лучшему, если бы поплавок бы не отпал, то тебе не сидели. А, это не так. Ну, получается. Нельзя стоять оттуда. Рыбы. Что? Идёшь? 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 Ну, вроде бы так. Я тоже, я тянул. Сразу не было, потому что он, походу, в мою сторону снял. Ну, так и что опять так, так прямо? Ритмично. Это ж надо же ещё... Не хватает, чего хочешь. Не пожарить. А другой пошёл. Для второго там. Может, это просто рыба где-то в воде просто цепляет, знаешь, подросли. Ну, ладно, если бы она раз, а так она так тик-тик, тик-тик. Есть, малыш. О, ну я же говорю, Стеслав, это у них рыбу ловит. А что, уже все, уходите? Ну, пацан на работу, а мне нет. А я рыбку ловлю. А я хотел у вас приносить опарыша свеженьких. Да, можно, в принципе. Ну, они как, вчерашние, да? У нас они уже варены были в машине, это же нормально. Вчера полдня в машине проваляли. А, ну да. Они уже еле шоволятся. Ничего, а мы тут надо дохлых ловили, клевало. Нет, так вот, мы все ж клюем же. Бачите, что Валентин вытворяет. Все видеосъемки снимаете, да? Прямая трансляция. Прямая трансляция, да. Как вот это подписался, понял? Не,
можно делать, что с ним? С телефоном я коннект подписался на вот это, не прозвучит. Вылажу все. Где рыбачили, понял, сколько рыбачили. Бля, показывают, бля, карасей целую кучу, блядь. Сегодня хорошо, лов. Давайте я карасей куплю, блядь, и покажу. Как ты достаешь? У меня это канал, Амегаол. Я там, блядь, 4 канала. И показывают, карасей. Без рекламы. На улице тут американские показывают. Самое классное, мне нравится это. Когда они на этом. На каноэ стоят. Ого. Такие рядовые. Так. Не, надо спокойно рыбалка. Пойдем. Стоит, стоит. Рыба ловится вот там. Да, тут есть. Давно пора, а то вот это вот стоите тут рыбу пугает. Есть карась. Нежданчик. Точнее, давно тебя ждал. Небольшой, но приятный. Наверное, час уже ничего не было. Поклевки были, но оно срывалось. Тут есть, за губу схватил. Вот такой вот небольшой, но карасик. А,
обожрал красного. Видать, это он клевало, милая. Еще. Обжирало это. Еще, 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 еще. Восстание. О, еще. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Большой, но есть. Где? Ты же был. Вот, вытащил только что напоследок. Уже собирая удочки, и как раз был хороший клев. Такой хороший экземплярчик, больше ладошки. О, какой красавчик. Вот какой сегодня уловчик у меня. Прям классный день, классное утро. Ну не знаю, килограммчика 4, наверное. Есть таких 5-6 штучек, прям больше ладошки. Классные такие, мясистые. Будет что пожарить на ужин и порадовать жену чисткой. Все, всем удачной рыбалки. А я погнал собираться.